Друзья, всем привет! Не знаю, где какой ракурс найти сегодня. Буду снимать дома. Посылка мне. Череповец Вологодской области. Вот такая вот коробка. Вологодская. Видите, почта принимает. Ну, так, все на шару. Все на шару, на шару. Поняла, что тут. Что-то нынче какая-то некрасивая пришла. Каша. Половина кашки. Это Мурдания. Они все время там что-то сушат. Они у них до такой степени стоят и становятся. Ужасными такими. Это и униум. Униум. Вон они даже когда паковали, листья там лежали, даже не убрали. Будем выхаживать сейчас у иониумов. Время спячки. Уберем в темное прохладное место и посмотрим. Да. Вот как распаковывать это дома. Приехала уже на веранду, а на веранде свет вообще падает. Нехорошо. Так, ну а это у нас очередная посылочка из Тамбова. Сейчас скажу, какой канал. Тамбовчанка. Блин, не ошибиться бы, Екатерина или Елена. Я напишу в оглавлении. Ой, простите меня, я забыла, правда, имя-то. Я вроде не так и много заказывала. Что-то посылка такая-то большая. У нее в основном тардисканции. Тардисканция.
Деточки. Это бегония. Как он? Гулуарта. Красивая такая. Так это какая у нее, по-моему, только белая. Вот. Подготовилась к видео. Ну, интересная бегушка. Будем пробовать. Желтый холм. Вот эту я всегда хотела почему-то. Это отгнила. Отгнила. Вот она. Гнилушка. Желтый холм. По-моему, такая. Ну, я только из-за желтого холма взяла наборчик. Трантус мне подарили шоколадный. Три сорта есть. Вот четвертый будет у меня. И один еще в закупках заказала. Я сегодня пристала малость, потому что я с утра отправляла посылки, паковала. А я когда устаю, у меня голос как пьяный. Один стран. Вот как дома-то распаковывать. White hip. Все подписаны. Ну вот, вот с резами, мне кажется, все-таки лучше они, чем вот так вот. Вот, немножечко. Вот так хорошие деточки. Средненькие. Они немножко по-другому, наверное, назывались. У меня были эти все традиканцы, я чуть по чуть их. Какие-то есть, эти вот прям вообще похожи. Ага, это белая. У меня есть, по-моему, такая. Это розовая. Подведем итоги. Подведем итоги. Здесь все аккуратненько, хорошо. Дороги, конечно, немножко пострадали. Так. Вот это вот я хотела, мне нравится. У нее красы интересные. Тоже есть. Неважно. Вот эту вот тоже хотела. Хотела ее и хотела вот эту вот. А, и вот это вот. Это как бы уж до кучки я взяла. Так, ну что? Это сдача. Блудание. Ой, у меня там написано у этих. Что-то мне не нравится их упаковка. Как-то прям это. От них первый раз я пришел в заказ.
это вообще страшный. Ну все, друзья, вот такая сегодня у нас распаковочка. На этом. Всем пока-пока.